В этом видеоролике мы приготовим рулет из филе индейки с омлетом в мультиварке Vitec VT4214. Нам потребуется 1 филе индейки, 2 яйца, 30 грамм пармезана, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного молотого перца, 50 мл сливок и растительное масло для обжаривания. В миску вбить 2 яйца, добавить соль, сливки, перемешать и из полученной массы пожарить омлет. Филе индейки промыть, промокнуть салфеткой, срезать пласт толщиной 1,5-2 см. Полученный кусок отбить молоточком. Посолить, поперчить. Посыпать тертым пармезаном. Выложить сверху омлет. И свернуть кусок мяса в рулет. Рулет обвязать ниткой. В чашу мультиварки налить 1,5 литра воды, установить лоток для варки на пару, на него выложить рулет, включить режим варка на пару на 50 минут. Когда режим окончится, достать лоток из чаши мультиварки, дать рулету остыть и убрать в холодильник. Через несколько часов достать рулет из холодильника, снять нитки и порезать на кусочки. Рулет из филе индейки готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.